Здравствуйте, в эфире специальный выпуск программы «Учись вместе с нами». В наших прошлых выпусках мы уже рассказывали вам о прошедшем в России конкурсе китайского языка среди учащихся средних школ. Благодаря этим программам мы узнали, насколько высок уровень владения китайским языком среди учеников средних школ. Они не только свободно говорят на китайском, но еще и великолепно разбираются в крылатых словах-выражениях Китая. Сегодня нам предстоит познакомиться с учащимися средней школы номер 4 города Читы. 世界上四分之一的人在适应汉语，学会了汉语，就意味着对五千年古老文明的了解，意味着与世界四分之一的人们精心交流。 俄罗斯与中国在针织经济文化和贸易各方面进行交流，学习汉语的热情空前高涨。现在跨国的公司很多，因此他们需要会外语的人，所以你学会了外语，也能找到一个比较满意的工作。四分之一，одна четвертая, четверть. 四分之一。 几分之几, 在汉语里经常用到. Служит для образования таблиц в китайском языке. 我们班三分之一的人喜欢看电影. Третья наша группа любит смотреть фильмы. 我们班三分之一的人喜欢看电影. 跨国公司. Транснациональная корпорация. 跨国公司. ТНК – это международная компания, которая помимо штаб-квартиры в родной стране имеет свои подразделения или филиалы в других странах, занимающиеся либо ведением хозяйством деятельности, либо производством. Например, 她在跨国公司上班. Она работает в ТНК. Еще пример. 跨国公司需要懂外语的人才. В транснациональную корпорацию требуется сотрудник со знанием иностранных языков. 跨国公司需要懂外语的人才. 热情, страсть, пафос, энтузиазм, сердечность. 热情. Слово «热情» означает воодушевление, активность, увлеченность человека к участию в каком-нибудь занятии или сердечное отношение к людям. Антоним этого слова – ленмо, равнодушие. Ленмо. Кунчен гаочан. Небывалый подъем, невиданный рост. Кунчен гаочан. Кунчен значит невиданный, небывалый. Беспрецедентные. Гаочан. Рост, подъем. Гаочан. 大家的学习热情空前高涨. Всеобщая страсть к обучению достигла невиданных размахов. 大家的学习热情空前高涨. В этом маленьком сюжете молодой человек говорит о том, что в России все больше людей начинают изучать китайский язык. 中国和俄罗斯有不同的生活风俗习惯。首先，中国人用筷子吃饭。早在3000年前，中国人就开始用筷子。不同人民的风俗习惯有区别，但不跟气候、环境或者文化传统有密切的关系。 中国古代人用12种动物来表示农历的年份。 中国人用12生肖来表示属相，所以他们经常问你属什么。筷子 Палочки для еды. 筷子 Это изобретение китайской нации, которое является изюминкой именно этого народа. Ими китайцы пользуются по меньшей мере уже 3000 лет. Выглядят палочки довольно просто. Но несмотря на это, ими можно протыкать еду, брать ее, отщипывать, мешать и хватать. Они очень удобны в использовании и стоят недорого. Обычные пальчики для еды в длину составляют примерно 22-24 см. В
наше время мастера очень часто оттирают декоративные парочки, используя при их изготовлении множество различных традиционных искусств в Китае. Поэтому их покупают не только сами китайцы, но и иностранцы. Фонсу сигуан – традиции и обычаи. Фонсу сигуан. Например, 按照中国风俗习惯, 女人生完孩子,一个月内不能走出房门. По китайскому обычаю, после рождения ребенка, женщина месяц не выходит из дома. 每个国家的风俗习惯都不一样. И в каждой стране свои неповторимые обычаи и привычки. 每个国家的风俗习惯都不一样. 生肖, знак восточного гороскопа. 生肖. Ни шу шама. В год кого ты родился? Ни шу шама. Во шу ма. В год лошади. Во шу ма. Для каждого китайца очень важен год рождения. Поэтому люди часто в разговоре интересуются, в год кого ты родился. Таня, 你知不知道中国最著名的名胜古迹是什么? 我知道中国最著名的名胜古迹是长城。 你去过看长城没有? 我去过,长城很古老也很长, 长城是世界上建筑奇迹之一。是这样? 我还没看完离长城。 没事,一会儿我们一起去看长城吧, 先我们问你们, 长城是什么时候开始修建的呢? 大概2000多年前。 是一个叫秦始皇以前就开始修建的吗? 其实现在我们看到的都是明朝修建的。 长城有多长呢? 我知道12000公里, 所以又叫万里长城。 这么长的建筑要用多少人修建这个? 多的数不清, 修长城有苦有累。 可是现在它已经成了中国的象征。 名胜古迹, достопримечательности и памятники старины. 名胜古迹. Китай – одна из стран самой древней культуры. В ней насчитывается огромное количество достопримечательностей и памятники старины. Ими стали Великая Китайская стена, Гуйлинский пейзаж, Ханчжоуское озеро Сиху, Пекинский императорский дворец, Сучжоуские парки, гора Хуаншань в провинции Анхуй, три ущелья на реке Янцзи, Тайваньское озеро Жиюэтан, летняя резиденция императоров Бишу Шэньчжуан, терракотовая армия и гробница императора Чин Шихуан. Все эти 10 памятников находятся на территории Китая и являются либо природным пейзажем, либо историческим строением, либо культурным памятником, либо духовным наследием. Все эти достопримечательности очень красивы и горячо любимы китайцами. Чумин – известные. Чумин – Тянчжу Чиджи – архитектурный памятник. Тянчжу Чиджи – 万里长城, Великая китайская стена. 万里长城. 你去看过长城吗? Вы были на китайской стене. 你去看过长城吗? 我还没有去看万里长城. Я еще там не была. 我还没有去看万里长城. 长城是什么时候修建的呢? Когда была построена Великая Китайская стена? 长城是什么时候修建的呢? 大概2000多年前, примерно 2000 лет назад. 大概2000多年前. 长城有多长? Какова ее протяженность? 长城有多长? 12000公里, 所以叫万里长城. 12000 километров,
поэтому ее и называют стеной в 10 тысяч ли. 这么长的长城要用多少人来修建啊? Какая она длинная, а сколько человек ее строило? 这么长的长城要用多少人来修建啊? 多的数不清。Очень много. 多的数不清。数不清指非常多。Означает бесчисленное множество. Очень много. 数不清。象征 symbol. 象征。长城成了中国的象征。Великая китайская стена является символом Китая. 长城成了中国的象征。Ученик только что сказал очень правильную вещь. Великая китайская стена является одной из самых известных достопримечательностей Китая. Давайте вместе на нее посмотрим. Великая китайская стена – это древнее сооружение, которое строилось в течение разных временных отрезков и было призвано защитить страну от нашествия кочевых племен севера. Китайская стена – это масштабное военное инженерное сооружение. Сохранившиеся до наших дней участки стены относятся к временам династии Мин. Протяженность китайской стены с западной заставы Цзяюйгуан до восточной заставы Хушан на территории провинции Ляонин составляет 8851,8 км. Китайская стена – это великий памятник, построенный простым народом, живой свидетель китайской истории. Наряду с площадью Тяньаньмэнь и терракотовыми войнами, она является символом Китая. Теперь давайте повторим выученный сегодня материал. 四分之一 одна четвертая, четверть. 四分之一 跨国公司 транснациональная корпорация.跨国公司热情 страсть, пафос, энтузиазм, сердечность 热情 антоним этого слова 冷漠 равнодушие 冷漠空前高涨 небывалый подъем, невиданный рост 空前高涨大家的学习热情空前高涨Всеобщая страсть к обучению достигла невиданных размахов. 大家的学习热情空前高涨。筷子 Палочки для еды. 筷子 Фон су си гуан. Традиции и обычаи. Фон су си гуан. Шэн сяо. Знак восточного гороскопа. Шэн сяо. Ни шу шэмэ?В год кого ты родился? 你属什么？我属马。В год лошади. 我属马。名胜古迹 Достопримечательности и памятники старины. 名胜古迹著名 Известные. 著名建筑奇迹 Архитектурный памятник. 建筑奇迹万里长城Великая китайская стена. 万里长城. 数不清. Означает бесчисленное множество. Очень много. 数不清. 多的数不清. Очень много. 多的数不清. 象征. Symbol. 象征. Все эти ребята молодцы. Желаем вам дальнейших успехов в изучении китайского языка. И надеемся вновь увидеться с вами на конкурсе в следующем году. На этом наша передача подошла к концу. Не забывайте нам писать. Пока!